школа стоит на краю города, как домики трех поросят, почти в самом лесу, около соснового бора. Зимой в оттепель ветер разносил непередаваемый еловый запах. На высоких соснах жили рыжие белки. Круглый год стучали дятлы. Зимой в бору мы ездили на лыжах на уроках физры, а летом бегали по длинным беговым дорожкам и играли в футбол. Там же находился большой пруд, который мы забрасывали камнями, стараясь пробить первый лед, и купались летом. Но в конце седьмого класса нам с Лёшкой было не до развлечений. Мы только что получили на руки дневники с оценками за год. На последней странице моего белого дневника красовались вопиющие доказательства моих успехов по одним предметам и не менее вопиющего отставания по другим. После сдачи всех школьных экзаменов сегодня нам предстоял еще один, едва ли не самый главный. Показ дневника родителям. Поэтому из школы мы прямиком направились на пруд. Нашли стеклянную бутылку, заткнули ее палкой и, бросив подальше в воду, стали кидать в нее камни, стараясь потопить. Но камни падали рядом или рикошетили от бутылки, и та ни в какую не хотела тонуть. «Все», — категорически подытожил Лешка, — «мне хана! За три тройки за год мать убьет!» В то время и у родителей, и у учителей, и у нас было одно и то же отношение к оценкам. 4 или 5 – это хорошо и отлично, а тройка – это все равно, что двойка. Поэтому разница между тройкой и четверкой была такая же, как между киданием камней в бутылку и полетом в космос. «Да! Как же я его понимал? Это чё? А у меня аж 6 троек! Не, домой не пойду!» Достав из портфелей свои дневники, мы долго сидели на берегу пруда, разглядывая оценки и вздыхая. Лёшка пристально смотрел на одну из троек. «Да, вот это вот, наверное, после последней контры. Я последнее задание не успел у Леськи переписать. Ну вот, тройка за контру и тройка за год. Эх!» Глядя на свои 6 троек, я понимал, что был в совершенно безвыходном положении. Появиться дома с дневником было невозможно, а без него тем более. Мать знала, что сегодня нам выставят оценки, так что как ни крути, а результат был мне известен заранее. До недавних пор, как Сидорову козу за оценки лупили мою старшую сестру. Но сестра пошла в 10 класс, лупить ее уже стало нельзя, и на роль Сидоровой козы определили меня. Сначала за это я обижался на сестру, потом на мать. В прихожей на стене на отдельном гвоздике висел черный отцовский ремень, и скучать подолгу ему не приходилось. И хоть мать была постоянно занята на работе и проверяла дневник нечасто, но почти каждый раз просмотр дневника оканчивался для меня печально. Так что лучше я останусь здесь. Буду жить вон под той сосной, питаться грибами и лишайниками, а домой не пойду. «Ну чё?» Лёшка серьезно посмотрел на меня. «Принёс?» «Принёс. Ну, давай». Из любого положения всегда найдется выход. И последней нашей надеждой на исправление ситуации было хирургическое вмешательство. Лёшка достал принесенное с собой лезвие для бритвы и начал инструктаж. Чуть сжимаешь его, слышишь, чуть нажимаешь, чтобы лезвие изогнулось. Потом надо осторожненько срезать оценку. Да срезать ее. А поверх написать другую. Только не нажимай, а то прорежешь дырку и сразу станет видно, что оценка подделана. Не торопись. Я вчера весь день втихаря тренировался на газете и срезал буквы. Вроде стало получаться. То, что написанную на бумажном листе тройку можно срезать лезвием, мне и в голову бы не пришло. Задача была крайне трудной по выполнению и опасной последствиями, если вдруг что-то будет сделано не идеально.
Если мать заподозрит, что оценка подтерта, то мне влетит еще больше, нежели чем я бы вообще ничего не исправлял. Но ситуация была безвыходная. За 3 тройки, может, лупить и не станут. А за 6 обязательно. Для начала я достал исписанную тетрадь по литре и попробовал потренироваться на ней. Простое поскабливание бумаги приводило к тому, что буква растиралась по бумаге, превращаясь в мутное пятно, а при малейшем надавливании сильнее лезвие прорезало бумагу насквозь. «Не-не-не-не-не-не! Ты держи ниже! Во-во-во-во, вот так вот!» Лёшка заглянул через моё плечо. «И не дави сильно, не надо! Начинай около самой буквы, а не издалека, и смотри, не срежь лишнее. Линии-то таблицы тоже должны остаться». Одну букву удалось срезать чисто. Поняв сам принцип, я достал дневник. Какую тройку срезать? По алгебре? Нельзя. Мать ни за что не поверит, что по алгебре у меня вышла 4. По химии? То же самое. На тройку по геометрии я даже не смотрел. Но вот с биологией, пожалуй, стоило бы рискнуть. Осторожно уперев лезвие под нижнюю ножку тройки, я плавно повел его в сторону. Бумага тонким слоем отошла кверху и была унесена ветром. На месте заполученной тройки образовалось пустое пространство. «Ты только пиши, как училка», — резонно заметил Лёшка, когда я полез в портфель за ручкой. «Почерк-то должен быть одинаковый. Не спеши, не нажимай. Пиши за один раз, иначе оценку будет видно насквозь листа. Потренируйся где-нибудь». Самое простое было исправить цифру 3 на 5. Тогда пришлось бы срезать только верхнюю половину тройки. А чтобы переправить 3 на 4, мне пришлось срезать тройку целиком. И, конечно, одну тройку я размазал. Подтерев как мог, я критически осмотрел дневник. В одной клетке оценка казалась слегка затертой, но это если присмотреться. А я очень надеялся, что мать не станет пристально рассматривать дневник. Одного взгляда достаточно, чтобы подсчитать количество троек. За 5 хвалить вряд ли будет. А вот от количества троек будет зависеть, останется ли сегодня вечером ремень без работы или нет. Спустя пару дней Лёшка зашел за мной, и мы пошли гулять. «Ну как?» – спросил я его. «Все нормально. Мать обещала мафон купить, а у тебя?» «Тоже. Мать ничего не заметила, но сказала, что если появится еще хотя бы одна тройка, устроит мне рвань».